Доброе утро! Включила себе музыку и буду делать сейчас панкейки. Уже замесила стакан молока, 2 яйца, 2 стакана муки, немного сливочного масла растопленного, сахара, все на глаз, соли и немного разрыхлителя в этот раз добавила. Разогреваю сковородку и все, здесь кукурузная мука у меня. Мы, в общем, сейчас будем завтракать. Вот такие панкейки получились. В общем, мне так они нравятся. Это на кукурузной муке, они не так хорошо поднялись. И даже пришлось еще немного молока добавить, потому что тесто было густовато. Поэтому развожу его до такого состояния густой сметаны. Ну, чтобы оно на сковородке немного само растекалось. Так, Гришуля я разбудила, потому что ему сейчас английский учить. Малиновая что-то там. В общем, разморозила малину, сварила ее сейчас. Да. Быстренько процедила от косточек через сито. И, в общем, такая вот кашица получилась. Чай и наши кукурузные панкейки. И немножко еще соленой карамели. Я позавчера, получается, ее готовила. Что там, бабушка, смотрит? Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь. Ложка, я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь. Ага, это сейчас в Адыгее льет. Угу. А куда она придвинется, непонятно. Сейчас, пока мне ближайшие 2 часа, садка не ожидает. Пока еще можно белье вывешивать, да? У нас. Ну да, а Степа сказал, что это одноклассник. Ариша это же выкладывала цветы, мне бабушка сейчас показала. Да? В Инстаграме, бабушка? Та-да-да-дам, у меня тут небольшой кавардак, но это я сейчас быстренько все перемою, но для начала поеду в магазин, куплю лапшу. Варится здесь курочка, это уже второй бульон, первый я вылила, и хочу лапшу. Еще доставаю покупки из люкса. Булка хлеба. И такие вот домашняя лапша, вот такая вот сейчас у нас будет на обед. Кофе. Велюр. И да, кофе, кстати, хотела сказать, нам очень понравился. Сам Якобс Монарх сейчас стал, ну, по крайней мере, у нас продается. Может быть, это подделка, да, но он какой-то пережаренный, горький, как будто, не знаю, горелыми семечками. Пахнет и невкусный. А вот этот велюр, ну, правда, у нас был в баночке, очень даже нам понравился. Лаваш. Вот такой вот домашний. 10 штучек. И сметанка. Буду сегодня печень тушить со сметаной. Так, буду сейчас пить воду. Хочется прям приучить себя пить воду. Не знаю, как это сделать. Ну, пока, ну, не то чтобы заставляю, но вливаю себе на стакан воды. Примерно каждые часа 2. Каждый час для меня слишком часто. А здесь уже готовая лапша. Будем сейчас с Григорием обедать. С петрушкой, с чесноком. Без морковки. Как, все, как я люблю. Мы обедаем. У нас лапша, домашняя курочка, сметанка, хлебушек и еще и лаваш. И панкейки. Хлебушек у нас это на обед. На обед хлеб поедим с водой, да? Никто не забудет, ничего не забудет. Угу. Так, все. В школу. Я иду в школу, мама, пока. Угу, наверное. Ты телефон же взял? Угу. Все, позвонишь тогда. Все. Мама, пока. Перелазим. Без этого вообще никуда. У нас тут так птички поют. Я прям слушаю. Как только распускаются пионы, так сразу дождь. Начинает их валять. Вот уже первая пахущая. О, какой аромат сладенький. И розочки что-то начинают. В общем, классно же.
Та-да-да-дам! У меня сегодня какой-то супер день, уже почти 5 часов, а я тут, получается, полдня чищу палисадник. Мамуля, привет! И осталось совсем немножечко, последний рывок, но позвонил Гришка, надо его забирать. Так что сейчас поеду, а потом приеду, обязательно доделаю вот этот вот полянку. И там крапива. Так что еду за Гришкой. Еду. Сейчас мне нравится палисадник. Ну, конечно, тут все хаотично. Вот все как росло еще у прошлых, получается, хозяев. Вот так вот тут все и растет. Вот эти единственные цветочки тетя Света дала посадить 2 года назад, и они вот за 2 года вот так вот разрослись. Забираю Гришку. Привет. Привет. Ну как, английский меня интересует? 5! Без минусов. А почему? А что спрашивали? А? Что спрашивали? Все спрашивали. Да? Все, что ты учил? И Ерману сразу со мной же вызвали. А, вдвоем вы? Да. А вы как, друг другу говорили, что нет, ли? Учительница сначала мне, потом ему, потом ему опять, потом опять мне. Угу. Вот так по очереди. А, и потом в конце Арман чуть там не доучил, и в конце она только его спрашивала, я просто стояла. Отлично, все нормально, да? Но я ответила на 4. Не зря ты целые. Он меня подвел. А он тебя подвел? Угу. А ты его не подвел, да? Сзади сцену забирают, вот там вот 2 трактора. Да, кстати, я... Да, вон они. Сейчас уедут, я надеюсь. Тут и машин много. Да, вон сцену, которая была на 9 мая. Все, забрали? Все, доделала я палисадник. Вон там вот мой окончательный путь, финиш мой. И все круто, птички поют, я их слушаю, вдыхаю запах акации, вот она вся, посмотрите, какая белая вдалеке, видите? В общем, все просто супер, пиончики тоже пахнут, все круто. В общем, жизнь классная штука. Кто хорошо поработал, тот хорошо и поест. Лапша? Лаваш. Обожаю его вот так смять и потом кусать. Ага, и сметанка. И курочка. В неприглядном виде закрою ее. Антон Сергеевич, здравствуйте. А я снять белье хочу, можно? Да. Ты покушала? Да. А ты покушала? Да. Мама, а у нас есть какашки? Есть какашки. Это в смысле Несквик. Да. Да, конечно. Все, работники мои пришли. Ты будешь Несквик с молоком?